Кратко обо мне. Высшее финансово-юридическое образование. Всегда обучался у лучших и на текущий момент повышаю квалификацию. Предприниматель, инвестор, управляющий партнер Max Capital и резидент фонда Сколково и клуба предпринимателей Игорь Владимирович Рыбаков. По золоту. Резервы Российской Федерации до сих пор на высоком уровне. Они немножко сейчас у нас, скажем так, прекратились увеличиваться в плане золота. При этом мировые резервы золота до сих пор растут. Динамика стоимости золота и серебра немножко разнится. При этом нужно понимать, что золото, по сути, сейчас растет только из-за притоков ETF. То есть вы можете увидеть справа внизу в графике совокупные резервы ETF в золоте, что они до сих пор сильно увеличиваются. Да, и поэтому золото, в принципе, скупают из-за того, что это просто защитный актив. Как мы видим, спрос на золото в ювелирной отрасли у нас понижается. Я думаю, такая динамика останется, в принципе, до следующего лета. Индекс волатильности у нас пока, в принципе, в понижательном тренде, да, с небольшими всплесками, которые происходят в последнее время после экспирации фьючерсов и опционов. Ну, неопределенность мировой экономической политики здесь уже без комментариев. И как я уже вам сказал, что сейчас золото именно растет из-за существенных притоков ETF на золото. То есть мало того, что оно ограничено у нас, и на самом деле метод и время покупки золота может наступить тогда, когда у нас, в принципе, ставки уже в пол опущены, инфляция у нас вообще не разгоняется, то есть скорее будет дефляция, ювелирка у нас в минусе, спроса существенного нет, нужно еще запас распродать. И просто мы ждем, пока эти потоки прекратятся, и где-нибудь на уровне там, 1500-1600 долларов можно будет сформировать основную свою позицию по золоту. При этом находиться сейчас без золота, ну, скажем так, не очень разумно. И для любителей технического анализа вот такой есть интересный график, да, который показывает, что есть такой шар, где идет, в принципе, такое долгое-долгое накопление и потом взрывообразный рост. В принципе, здесь график показывает, что, возможно, он будет, золото стоит порядка 9 тысяч долларов за одну тройскую унцию, но это, возможно, только произойдет только при гиперинфляции, и это, я думаю, не первые там 2-3-4 года. Это что-то такого из будущего, но просто это нужно иметь в виду, что такой вариант тоже возможен.